Что, Нюша, ты тут играешь? Играю, но мне почему-то захотелось что-то сладенького. Дай, пожалуйста, шоколадку. У меня нет шоколадки, Нюша. Ну тогда конфетку. И конфетки тоже нет. Сегодня я не покупала сладости. Что же делать? Так хочется чего-нибудь вкусненького. Ах, сластена ты моя. Ладно уж, не плачь. Посмотрю, что у меня есть в запасах. Вот моя коробочка с быстрыми десертами. Как раз для такого случая, как сегодня. Откроем и посмотрим, что же там внутри. К быстрым десертам относится фруктовое желе. У меня есть персиковое, клубничное и желе со вкусом киви. А еще очень быстро можно приготовить пудинг. У меня есть клубничный и шоколадный. Нюша, выбирай, какой десерт будем готовить? Ну, конечно же, шоколадный пудинг. Ты же знаешь, как сильно я люблю шоколад. Ну, хорошо, пудинг так пудинг. Давай быстрее приступать. Возьмем наш блендер. В его чашу нальем полстакана свежего молока. Теперь добавим туда 1/4 пачки нашего сухого шоколадного пудинга. Примерно так, я думаю, этого будет достаточно. Теперь нам нужно это хорошенечко перемешать. Как же вкусно пахнет ванилью и шоколадом. Запускаем! Еще чуть-чуть и скоро будет готово. Выключим наш блендер и посмотрим на результат. Я вижу маленькие неразмешанные комочки. Ничего, это мы быстро исправим с помощью нашего венчика. Перемешаем так, чтобы не осталось ни одного маленького комочка. Ну вот, мне кажется, теперь точно все. Можно заваривать наш пудинг. Перельем его в кастрюльку, включим плиту и будем варить наш пудинг, помешивая венчиком, до тех пор, пока он не загустеет. Как же это интересно! Обожаю эксперименты на кухне! Посмотри, Нюша, мне кажется, наш пудинг уже загустел. Уберем его в сторонку и дождемся, пока он остынет. Хочется попробовать его прямо сейчас! Терпение, сладкоежка моя, терпение! Все-таки пудинг – это то блюдо, которое кушают охлажденным. Эх, ну ладно, еще немножко подожду! Прошло 5 минут. Мамочка, ну что, пудинг готов? Не терпится его попробовать! Давай посмотрим. Мне кажется, он достаточно остыл. Переложим его в твою тарелочку. Наденем тебе слюнявчик. Слюнявчик? Но я же не маленькая. Это на всякий случай, Нюша, чтобы ты не испачкала свое красивое платье. И начнем пробовать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Вкуснотища! О, я же сказала, что слюнявчик тебе пригодится. Давай-ка, попробуй еще одну ложечку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Обожаю шоколад! И еще одну. Этот пудинг – самый вкусный пудинг на свете! А знаешь почему? Нет! Потому что это ты помогала мне его готовить. А вы любите помогать своим мамам на кухне? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие